Происходит с этими биткоин-инвесторами. Ну что, тузимунеры, поздравляю вас с официальным запуском ракеты и продолжением булрана. Я не буду говорить, я же говорил. Но все, кто меня смотрит, сами и так это знают. Ну что, все круто, биток потрогал. Вчера еще, когда начинал делать это видео, он потрогал 15 тысяч. И было смешно, что на Фемиксе он уже потрогал 16 тысяч вот здесь, если вы посмотрите. На бирже Фемикс. Вот, была такая тень, резко на 1000 баксов выше, чем везде. Но в поддержке сказали, что это не должно было задеть там ни стопы, ни ликвидации. Если у кого-то вдруг возникли с этим траблы, типа напишите в поддержку, они все решат. Но в итоге уже через какие-то несколько часов цена дошла до 16 тысяч. Да, вот что мы видим, что сейчас, конечно же, сложно что-то говорить. Надо остудить голову и не делать каких-то поспешных решений в плане трейдинга. Так, как я вам всегда и говорил, в долгу это лонг по модели stock to flow. Если мы посмотрим, вон у нас все точки, мы как раз находимся прямо четко на нашем пути к stock to flow, там, к 500 to flow и так далее. И по всяким макроиндикаторам, таким как сетка сложности, которая сейчас... Вот, difficulty ribbon, которая сейчас сложилась максимально, что указывает тоже на то, что мы не в пузыре еще, а только в зарождающемся аптренде. Потому что на пиках пузыря она расходится сильнее, шире, как вы видите. И также вот этот очень хороший индикатор на Glassnode. Reserve risk, индикатор риска. Посмотрите, по нему мы сейчас находимся вообще в зеленой зоне, в зоне аккумуляции. То есть мы даже не в средней зоне. То есть в долгосроке нам нужно продавать, когда мы по нему будем находиться в красной зоне, где мы видим с вами вот эти пики пузырей. То есть сейчас мы в лучшей зоне по этому индикатору на покупку. Это что касается долгосрочной инвест-модели. А по поводу краткосрока, ну смотрите, индекс страха и жадности, как сегодня уже говорил Карл, находится в зоне экстремальной жадности, что не очень хорошо по поводу краткосрочных трейдов. Скорее всего, нас ждет какая-то коррекция. Потому что за этот год мы находимся на пиковом значении жадности. Если посмотреть за все время, то у нас единственное большее значение было вот 95, это июнь 2019. То есть сейчас мы практически к нему подобрались. И когда мы в такой экстремальной жадности, вы знаете, что происходит. Мы нащупываем blow off top, так называемый, локальную коррекцию, в общем. Вот. У нас очень важное интервью с вами Рауля Пала. Я перевел его для канала Крипталик. Кто не знает канал, если вдруг такие есть, обязательно подпишитесь. Очень толковый канал. Ссылку оставлю в описании. Ну и решил вам тоже заценить это интервью, чтобы вы зачекали, потому что тема офигенная. Вот. Ну а так что, от себя маленький апдейт. Я продолжаю держать и набирать альты. Агрессивно тарю Dash. Вот мы видим, что только-только начинается альт-отскок. Потому что, да, доминация перла наверх, в долгую-то она может еще и дальше переть. Но в целом, сейчас как минимум краткосрочный отскок, а то и даже что-то большее мы увидим по альтам, потому что, ну, очень сильно они просели. Но не финансовый совет, дисклеймер. Вот, поэтому все, от себя вот так вот коротенько сегодня сказал. Смотрим Рауля Пала. Итак, первый вопрос, который я хочу тебе задать. Что за хуйня происходит с этими биткоин-инвесторами? Ты что, глупый? Зачем ты трясешь осиное гнездо? Ты думаешь, это забавно, что это пройдет мимо тебя стороной? Но я помню, когда я продал биткоин ниже плинтуса, я думал, я герой. Слушай, я купил по 200 баксов и продал по 2500. Я чувствовал себя богом. Но когда он поднялся до 20 тысяч, то все называли меня идиотом следующие 3 года. И говорили, ты не должен был этого делать. Потому что все, что бы мы ни делали, это отличный урок по временным горизонтам инвестиций.
И эти ребята, о которых ты говоришь, настроены на долгосрочную перспективу, и все, кто спекулирует в краткосроке, их не заботят, поскольку это не соответствует их временным горизонтам. Ясно. Я понял. Я просто сегодня сказал, что продал свои акции DraftKings. Другой день я сказал, что зашортил Citigroup. И я просто напечатал этот чувак, и внезапно на меня обрушились нереальные комментарии от этих твоих ходлеров. Ты считаешь их нормальными? Нет, они ненормальные. Но ты знаешь, у меня был случай, когда я осознал, насколько агрессивно это криптосообщество. И я говорил с кем-то на этот счет, и он сказал мне, ты знаешь, это ключевая особенность этого комьюнити. Они стараются сражаться за адаптацию чего-то нового. Так что они будут сражаться с тобой, если ты против, и это хорошо для них, но в целом жестко, да. Мне нравится это, ты знаешь, я все еще учусь по ходу пьесы, и хочу, чтобы ты помог мне в этом разобраться. Потому что я знаю, что ты, как и я, можешь вложиться во что-нибудь, во что-либо, будь то золото или биткоин. Знаешь, я еще не женился на этих кровавых сделках, как ты. И я не думаю, что ты бы стал вступать в неразборчивые отношения с чем-либо. Я просто хочу попробовать разобраться в этом. Я покупал и продавал биткоин уже неоднократно. И это был первый раз, когда я придал это огласке. Но в конце концов, это действительно единственная правильная стратегия — купить и держать биткоин. И ты больше не нацелен покупать что-то другое? Лично я просто покупаю и держу. Я ничего не делаю с этим. Я храню их на холодном кошельке, не торгую, ничего не делаю. Так что мой временной горизонт здесь минимум 5 лет. И, возможно, я поторгую немного где-то через полтора года, заберу часть прибыли, когда она появится. Но я думаю, что возможности здесь настолько велики, что я не заинтересован в маленьких покачиваниях. Но опять же, разные люди торгуют по-разному. Ну, я стараюсь быть открытым. Я думаю, что возможности у всего, что я делаю, чрезвычайно высоки. Я имею в виду, что давайте представим, что мы набираем позицию по любому активу из серии «Давайте встанем на все, на победу Трампа» или... В общем, я имею в виду, что если я использую свой процесс, и золото идет с 1200 на 1700, я хочу сделать не $500 на этом, я хочу сделать 700, 800, используя возможности, опционы, и увеличить свои возвраты с моей большой позиции, чем просто купить и держать. Да, это вполне можно делать, но проблема в том, что биткоин экстремально волатилен и перекошен наверх. Знаешь, красные шипы вниз могут быть острыми и брутальными, в то время как зеленые прострелы наверх такие сильные, что даже не дойдут тебе шансы перезайти обратно по старой цене когда-либо снова. Знаешь, я в теме с 2011 года, и это чертовски сложно, если ты вышел из позиции. Биткоин не торгуется так же, как большинство активов. Дариус говорит об этом много в своем твиттере, насколько это макроинструмент. Как ты уже отметил, есть некая корреляция между разными активами сейчас. Например, если доллар укрепляется, то это может повлечь за собой небольшую просадку биткоина и иметь какое-то значение в краткосрочной перспективе. Но на дальней дистанции особо не совпадает ни с чем другим и не торгуется таким же образом. Так что биткоин — это не совсем инструмент для трейдинга, как мне видится. Многие любят трейдить им, но не я точно. И когда мы говорим о чем-то новом, мощном, отличающемся от всего, что было, своей уникальной динамикой, это привлекает интерес многих макроинвесторов. Знаешь, это как зайти в китайскую экономику в середине 90-х или в расцвет Индии. Это больше макротренд, где ты можешь поучаствовать в будущем. Конечно, никто из нас точно не знает, куда пойдет цена, но знаешь, простой теханализ, графики регрессии, различные метрики типа stock to flow, соотношение запаса к потоку, все указывают на гигантские перспективы. И это то, что заинтересовало меня. Меня не беспокоит 10-процентные ралли. Как ты уже сказал, есть миллион способов, как сделать такие деньги. Но для меня это возможность сделать 25 или даже 50 иксов. И вот почему я не торгую этим.
Окей, я понял про запас и поток, и что ты хочешь владеть чем-то более широко принятым. И, например, золото. Надо помнить, что это заняло 5000 лет, чтобы золоту стать 1% всех глобальных активов. Так что это была жесткая борьба. Но если мы говорим о биткоин, ему, чтобы стать четвертью или даже 0.5% того, где сейчас золото, что ты думаешь должно произойти или продолжать происходить? Смотри, все сообщество, и мы с тобой знаем, что каждый хедж-фонд-менеджер имеет биткоин в своем портфеле. Вы не знаете, куда пойдет цена, но вам комфортно владеть этим, хотя бы на 1%. Почти все, кого я знаю, владеют биткоином. При этом сами хедж-фонды, многие из них, до сих пор не владеют. Но США только что изменили регуляцию и сказали, что банки могут теперь хранить биткоин, что является кодовым словом для брокерской деятельности. Так что первичные брокеры займутся биткоином, и это большая разница, потому что теперь каждый получит доступ к нему. Потом мы знаем, что ETF не за горами. ETF придет через 6 месяцев или через 12, неважно, но когда он придет, каждый сможет купить биткоин, и это изменит правила игры. Потому что когда цена начнет взлетать, и рыночная капитализация устремится наверх, все начнут запрыгивать как сумасшедшие. Это же коснется и благотворительных фондов, и пенсионных фондов. Сейчас биткоин — это 200-миллиардный актив. То есть, по факту, это пятно пыли в сравнении с остальными классом активов. Как ты правильно заметил. Но когда он взлетит за триллион долларов, все больше и больше людей заинтересуются в нем. И когда начнется привлечение институционального капитала, он пойдет еще выше. Я думаю, что биткоин в целом больше заточен идти наверх. И чем больше он это делает, тем больше люди нуждаются в нем. И мне нравится этот рефлексивный характер этого конкретного настроя. Я думаю, это уникально. Последний раз, когда я видел что-то подобное, это когда Goldman вывели индекс сырьевых товаров в конце 90-х годов. У них не было никакого распределения, но они вышли и сказали, как это сделать, и что это даст портфелям инвесторов. И прошло время, и сырьевые активы стали стоить сотни миллиардов и триллионы долларов. Так что это то, что происходит сейчас. А также, ребят, спешу вам напомнить, что на моей любимой бирже Bybit новые супер-бонусы до $600 на депозит. Для этого все, что вам нужно, быть зарегистрированным по нашей ссылке на бирже, ввести промокод WIN$500 и выполнить требования к депозиту. Да, и спасибо, ребят, нас уже практически 2000 подписчиков на канале, поэтому можете здесь и сейчас помочь запампить эту цифру выше 2000. Если вы еще не подписались, то сделайте это. Все, это был Флалала, Greenwich Joe, канал CryptoCommons. Всем профит, на связи, до следующих видео, пока.